Всем привет! Вы на канале Женин сад для души. Сегодня мы с вами будем пересаживать из торфяных таблеток эустому, которая была посеяна у нас с вами 13 декабря. Вот единственное, что развивалась она по-разному. Где-то покрупней выросла эустомка. И Carmen Blue, как вы помните, она у нас очень долго не всходила, но уже себя чувствует намного лучше и тоже подросла. Для того, чтобы мы пересаживали эустомку из таблеток, значит, нам понадобится сама почвосмесь. Там у нас смесь идет агробалт с цветочной землей, вермикулит и перлит. Можно еще было добавить биогумус, но у меня его, к сожалению, здесь нет, он у меня на даче, поэтому в этот раз будем обходиться без биогумуса. И еще я подготовила у меня как компотик, здесь фитоспорин с добавочкой одной капли на литр воды, прибав экстра препарат. Это для, он как и универсальный регулятор роста идет, и для корнеобразования, при пересадочках хорошо, помогает растениям. Так, сейчас с помощью спрей-баттла мы увлажним наши торф-таблеточки, чтобы полегче снималась оболочка. Вот таким образом. Стаканчики у меня 100 миллилитровые пока. Тоже увлажним. Сейчас с вами будем снимать оболочку очень аккуратно, потому что уже, смотрите, корневая какая. Видите, корешочки уже вылезают из торфа таблеточки. Сейчас аккуратно будем ее снимать. Для этого необходимо будет ее надрезать ножницами, потому что по-другому у нас никак с вами не получится. И аккуратненько ее оболочечку снимаем. Поэтому лучше увлажнить. Вот смотрите, ей уже давно пора пересаживаться в отдельный домик. Сейчас вот аккуратненько подсыплю земельку. Немножечко уплотнить. Вот таким способом мы пересадили с вами первую эустомку. Сейчас также распакуем вторую. Вот так мои растюшечки теперь живут в новых домиках. Я их опять поставлю под подсветочку. Под лампами они у меня будут находиться 12-14 часов в сутки. Где-то через недельку я их подкормлю. Можно подкормить любым удобрением для рассады. Только дозировочку лучше сделать в половину, так как растения еще не очень большие. Или можно купить любое цветочное удобрение. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.